Всем привет! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня мы продолжаем серию видео о тех цветах, которые мы можем посадить у себя в саду. Сегодня, конечно, хотелось бы поговорить о георгинах. Все, наверное, помнят те георгины, которые высаживали еще наши бабушки. То есть они были достаточно такие высокие, но у них было позднее цветение, и не всегда они даже успевали расцвести до заморозков. Сегодня же, конечно, их также продолжают выращивать, но также на рынке появилось очень много современных сортов и гибридов, которые просто порадуют любого садовода и огородника прекрасным цветением. То есть они достаточно такие пышные, с такими огромными цветами, красивыми. Но цена, конечно, у них достаточно такая кусачая. Но сегодня хотелось бы уделить внимание вот таким достаточно миниатюрным георгинам высотой до 30 сантиметров. Цветок у них в диаметре достигает 6-7 сантиметров. И предпочитают они достаточно такие плодородные и воздушные легкие почвы. Выращивать их предпочтительнее через рассаду, которую, соответственно, мы начинаем садить в конце марта и начале середине апреля. И высаживать нашу рассаду мы уже будем после отступления возвратных заморозков, где-то начиная с середины мая и заканчивая где-то серединой июня. То есть вот такой достаточно большой разброс дат, но главное это смотреть прогноз погоды, чтобы ориентироваться. А так, в принципе, такие невысокие георгины, они очень хорошо смотрятся и в где-то в обрамлениях клумб, и в групповой посадке. То есть можно очень-очень красиво оформить свои клумбы. А к осени данные георгины также они могут сформировать небольшие клубни. То есть их можно будет также выкопать, просушить и положить на хранение на зиму в подпол или подвал. И, соответственно, весной также высадить, и они у вас также будут прекрасно цвести. Но уже как бы здесь вопрос стоит о том, что они могут не сохранить свои признаки. То есть они могут превратиться в такие какие-то очень большие георгины, поменять цвет, окраску. То есть здесь уже как бы палка о двух концах. То есть, если вы не хотите так проводить такие эксперименты, то лучше как бы приобрести заново такие семена или какого-то другого сорта, либо вот такой вот смеси георгинов, либо же какой-то одной определенной расцветки и посадить их. И в целом, конечно, очень красивые цветы, которые порадуют вас прекрасным цветением. Поэтому стоит их все-таки посадить, и вы останетесь довольны. Ну а всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал и заходите почаще в гости. Пока-пока, до новых встреч!